Всем привет, доброе утро. У нас 8 часов утра. Хотела спросить у вас совета, подходит мне вот эта вот кепка, цвет, форма. Можете написать в комментариях, подходит или нет, если вам не трудно, конечно. Как ваши дела, как ваше настроение? У меня настроение отлично. Сейчас. Просто вот так можно приподнять. Это помидорки. Вот так, это должны вот сырочек такой, сливочный. Вот такая вот у нас яичница, глазунья. Вот. Красивая. И самая. И покажи даже. Сухарики. И сухарики. А, вау, фу, давай я поломаю пополам. На, это для тебя, а это для меня. Ой, спасибо. Чуть-чуть не съела. Делаю ушки, ребятки. Ты не трогай. Ребят, я делаю ушки. Вот сейчас так, делаю вот такие ушки. Ребятки, вкусный такой. Очень вкусно? Да, вкусно очень. Сладкие, ребятки мои. Ребятки, я хочу вам сказать рецепт. Если у вас нет хлеба, ребятки, можете или сыр, или сухарик накрыть яичницу. Если у вас нет хлеба, вот такой, как у нас такой хлеб. Ой, это не хлеб, а сухарик, кстати. Ты бы еще сказала хлеб. Вот это сухарик, ребят, если у вас нет сухарики, мы можем какой-то гулять туда добавить и яичницу. Ну что, ребят, это бы... Прикусно-вкусно, ребятки. И давай кушаем. Сейчас вот я закушаю. Я сначала начинаю из... Так, сыр. Ой, еще, Лен, это еще. Еще есть. Себе? Мне уже есть. А, мне тоже есть. Ребятки, сейчас я буду помидорку. У меня еще красный лак, вот. Вы уже видели. Мы не пошли сегодня в Мегу, сегодня не такая погода. Очень вкусно. Вот, ребятки. Было. А теперь... Ребятки. Всем привет! Вот так мы решили вам показать наши обновочки, которые мы купили в детском мире. Смотрите, какие они красавицы! Красавчик! Мы ему купили ветровку, вечером бывает холодно. В парках и развлекательных центрах бывает вечером холодно. Хоть даже летом здесь ветры бывают очень сильные. Так что ветровочку тоже купили, модную такую. Как мне понравилась эта панамка, смотрите, здесь кеды нарисованные, такие серебристого цвета. Панамка из чистого хлопка, вот. Мансур, ну покажись, сладкий, какой ты красивый. Какой ты сладкий, да? Смотрите, какой он модный мальчик. Лян, включи свет, пожалуйста. Хорошо. Девочки, встаньте в центр и демонстрируйте. Выходит на сцену. Смотрите на девочек, какие у них красивые очки. Девочки, идемте здесь на свет, покажем, какие у нас модные, как для взрослых, да, очки. Не знаю, мне последнее время очень нравится, когда на девочках что-то такое, знаете, не слишком детское, а такое подростковое. Очень красивые мы очки подобрали. Вот. У Фатимы прям вообще очки хамелеоны тоже очень красивые. Вот. Покажи на свет. Иди сюда тоже. Вот сюда. Вау. Покажи, покажи. Красавица. Вот так вот, а у меня вот так вот. Да, у тебя другая форма, а у Фатимы другая форма. Все, Лиана, замечаешь? Молодец. Еще не пока, Мансурик, давай еще вас покажем. Мне нравится потом на вас смотреть тоже на видео, какие вы у меня. К
Кто не видел, мы в детском мире покупали вот эту вот одежду, а сейчас девочки примерили дома. Вот, демонстрируют. Все, тихо, Мансурик. Они хотели именно вот так вот ее продемонстрировать, да, девочки? Да. Беленький с зеленым. Да. А, ты сейчас не видишь, да, Лиана, через эти очки? Они же темные, поэтому плохо видишь цвета. Вау! Какое здесь смешное. Что вы там увидели, хохотушки? Девочки, девочки, успокоились. Рассказывайте, что именно вам понравилось из одежды, то, что мы купили. Мне штанишки понравились. Мне кофты понравились. А мне понравились штанишки. Мне все понравилось. Да, сладкая? Ну да, мы же вместе выбирали, да? Я же у вас всегда спрашиваю. Если вам не нравится, я не беру. Я для начала спрашиваю вас. Ты мой родной, Фатим, он тебя обнимает, любит тебя. Он вообще любит своих сестричек очень сильно. Он всегда обнимает, целует. Еще хотела показать такую же футболку, как на Лиане, я купила Фатимке. Мне очень они понравились. С калибри, аппликация такая разноцветная. Мне все нравится вот такое вот именно в таком формате. И детские очки мне очень тоже понравились. Прям такие модные-модные. Вот. Решила я на вечер испечь торт, что-нибудь вкусненькое. Но каждую неделю я обычно готовлю торт. Торт у нас есть всегда в холодильнике. Вот. У меня бисквит обычный из 5 яиц. И крем у меня из вареной сгущенки и сливочного масла. Взбитое все хорошенько. И вот такая вот масса получается, густая. И еще я добавила сахарную пудру, чтобы сладко-сладко было. Потому что мои дети и муж любят сладкий торт. Ну, не прям такой чересчур сладкий, но чтобы он был, знаете, так чувствовалась сладость. Очень вкусный торт, кстати, получился. Смотрите далее, я вам покажу, какой он красивый и нежный получился. Бисквит у меня обычный, из 5 яиц, сливочное масло, мука, сахар, разрыхлитель, все. Все я перемешала, он у меня пекся где-то 50 минут при 200 градусах. Отлично испекся, очень воздушный, хороший бисквит получился. 3 часа я ему даю отдохнуть и уже собираю торт. Прежде чем наносить на коржи крем, я сначала их пропитала пропиткой, а потом уже нанесла крем. Смотрите, крема я нанесла очень много, так обильно прям. Вот, чтобы он у меня получился сочный, нежный, вкусный. У меня любят дети, муж, много крема. Крем сам по себе тоже не жирный, такой не приторный, поэтому все так гармонично у меня сложилось в этом торте. Очень вкусно получилось. Еще заранее хочу вас предупредить, что вот эта вот обсыпка красочная, она очень красиво смотрится на торте, но она безвкусная и твердоватая, так что нам она не понравилась. Хотя моим младшим детям не было никакого дискомфорта, они кушали торт Фатима и Мансур. А вот нам с Лианой, с мужем, мне не понравилось, так что я вам ее не советую. Смотрите, я заранее для приготовления ужина замесила дрожжевое тесто. Смотрите, какое оно прекрасное получилось, воздушное. Очень много теста я приготовила на 2-3 приема. Я его ложу в морозильник и когда нужно, достаю, готовлю блюда разные. Из дрожжевого теста очень вкусные манты получаются, уйгурские. Они еще называются китайские баодзи. Вот, вы сейчас увидите приготовленное блюдо. Вот как раз и они. Очень воздушные. Внутри можно готовить их с разной начинкой. У меня на данный момент начинка из фарша, из говядины.
красота. Это вид у нас из спальни. Очень мне нравится. Всегда я смотрю вдаль, туда, в неизвестность. Сейчас где-то 8 часов. Вот у нас вечер. Смотрите, сколько зелени. Воздух очень такой свежий, хороший воздух. Я часто вот окна открываю, проветриваю вечером. Не буду я снимать дома чужих людей так мельком. Ну а что делать? Это мой вид из моей частной собственности. Так что, думаю, ничего страшного не будет. Каждый день мы на них смотрим. Вот. Все-таки я людей же не снимаю. В общем, вот такой вот вид у нас со спальни. Очень нравится. Небо такое голубое. Непривычно так вот после зимы, весны. И все так резко расцвело. День тоже длиннее стал. Красота. Кстати, вот хозяин этого частного дома посадил деревья. Очень воздух такой прекрасный прям веет от них. В прошлом году такого не было, потому что они были очень маленькие. А сейчас прям у нас все зеленое-зеленое.